Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы представляем видеообзор розы сорта Pink Abundance. Эта роза была выведена селекционерами Harkness в 1999 году и относится к группе Floribunda. В интернете практически нет никаких отзывов, ни описаний этого сорта розы. И мы поделимся с вами нашим опытом выращивания этой розы. Pink Abundance росла у нас в розарии 5 лет. Показалась с самой хорошей стороны. Ну и сейчас там на ее месте высадили более новые сорта для того, чтобы опробовать и их в течение нескольких лет. Цвет у розы очень глубокий, лососево-розовый, не выгорает. Единственное, более бледным становится после того, как отцветает. Цветет сорт очень обильно, практически все лето, с двумя ярко выраженными волнами цветения. Но без цветков кусты практически не бывают. Сами цветочки не очень крупные, в диаметре достигают приблизительно 5-6 сантиметров. Форма у бутонов чешевидная и густо-махровая. Вот рядом были белые White Milland, это тоже Floribunda, и на их фоне смотрится очень хорошо. Ну, еще и рядом с Red Leonardo, если посадить, то тоже будет очень эффектная клумба. Хорошо их также высаживать вдоль дорожек. Вырастают они до 80 сантиметров в высоту и сантиметров 40-50 в ширину. Запах у розы Pink Abundance очень нежный, мускусный. Сорт очень устойчив к грибковым заболеваниям. Если проводить профилактические обработки, то всегда будет очень чистый, красивый куст с темно-зелеными глянцевыми листочками, на фоне которых эти соцветия массой своей выглядят просто шикарно. Хорошая устойчивость у сорта к непогоде, к дождям. Дожди не портят бутоны. В принципе, они даже не выгорают, только становятся при отцветании более бледно-розовыми. Также эта Floribunda отличается хорошей зимостойкостью. Под небольшим легким укрытием прекрасно зимуют. Ну, у нас, наверное, вообще не вымерзали они. На 100% перезимовывали в течение 5-6 лет. В общем, рекомендуем всем, особенно начинающим. Эта роза не может не понравиться. Дальше можете понаблюдать, как распускаются розы сорта Pink Abundance в режиме интервальной съемки таймлапс. А сегодня на этом у нас все. До свидания, до новых встреч!